Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня, номер 247, 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 15 августа 2016 года. Ну и дальше читайте, просто показываю. Как человек этот заразил всю Россию. Слово «секта». Сектовед, секта. Ничего не понимает. Но вмонтировано в сознание людей сейчас секта. Что бы ни увидели, секта. Где бы ни увидели чего, секта. Патриарх где-то поехал, секта. У нас собирают дети ягоды, секта. Это его плоды растут, вот этого злодея. Никто раньше этих слов-то не знал. Еще он к Богу привел, нет, всех перессорил. Как хорошо работает по плану Даллеса, по другим. Вот он один из них. А люди-то маленькие, они как котята вот эти вот. Вот он на ладоньке умещается. А? Видишь, какой. Что им скажут, ну и делают. Считайте, о чем тут написано. Оскверняет богопротивные речи его. Поддерживаю каждое вот исследование о нем идет. По сегодняшний день. На нас натравил этот Роспотребнадзор. Враг. Ну, вот показать, какие у нас ресурсы, где можно что узнать. Вот первое, это мой мир. Вот мой мир. Вот как выглядит. Вот заходят сегодня, просятся. А ни фотографии, ничего нету. Или какая-то темная фигура стоит, и всем отказал. Сначала поставьте все фотографии, чтобы видно было, что ты вот у меня, видишь, заходят друзья. Видите, никаких фигур нету. Ну, маленькие иногда, это надо более ясно. Вот они как. Все, видать. Второе, это у нас форум, большой форум. Вот он как выглядит. Ну и третье, это видеоканал. Сегодня я выставил. Сейчас я скажу, сколько. 10 роликов выставил. Пожалуйста. Тут уже посмотрели кое-кто. Тут по одному, по два посещения. 14 минут назад поставил. Изготовление отмостки. Вот так. Это никого не было. И главный ресурс у нас это сайт. Православный библейский сайт. Вот, пожалуйста, посмотрите. Мы тайны никакой не делаем из того, что письма пишут, я их публикую. Ну, вчера что? Вчера день это уже за вчерашний, как бы, отвечаю. Приехал к нам Михаил Кальмаев из Семиртау после операции. Он работает, уже доски строгает. Полностью лати, везде совет его нужен. У братьев, которые не знают чего-то. Бульдозер не работал, потому что какая-то поломка. Ездил долго, детали искал в городе. Вчера только вернулся. Фактически закончена работа бульдозером. Но еще день-два он здесь погудит. Поговорили. И везем жерди. Бежит навстречу племянник Кирилл. И говорит, там милиция приехала, меня ищут. И хотят его поговорить, кто там, с чего. Ну, подъезжаем. Выходят солидные дядьки. Вот один говорит, он начальник уголовного розыска Александр. Кажется, Викторович. Вот, Мамонтовского района. Разговор сразу как-то не завязался. Он начинает что-то, устав надо там. Как будто бы я преступник. В воскресенье задержали вора, я говорю, вы не... Никаких мер не принимаете. У людей мнение складывается, что вы одна шайка и гурилейка. Делятся ворованным с вами или как? Почему вы меры не принимаете? Да нет, мы вот то другое-то. Я посмотрел и думаю, не киллеры ли мои приехали. Что-то разузнать, увидеть. Ну, это мои мысли. Ничего. Но расстались по-хорошему. Помолились за них и
Потому что столько пишут про полицию и милицию, какие банды составляют людей, убивают дальнобойщиков в Ростовской области, и руководила милиционер женщина, жутко становится. Вот какие тут, погода стоит несколько дней хорошая, вчера на покосе наша работает. И все, сегодня вот заготавливаю с собой, что бы я заготовил на день, там взял всяких тряпочек. Вот бульдозер будет работать, я все время на подтыкушках, должен это что-то сломалось, привезти. И взял с собой иголки, нитки, ну все остальное необходимое, чтобы можно было шить, сидеть там шить. Вот чем занимаюсь. И вот приступило мне письмо одно. Я просто покажу сейчас. Довольно интересное. Вот вопрос Игнатию Тихоновичу и Ирма вроде. Ирма Ники. Я его открою, чтобы посчитать можно было. Никакой тайны не делаю. Если сможете, то просчитайте. 20 лет живут она католичка, литовская. Ну и дальше тут все о себе, как они ездят, в каком месте. Я тайны не делаю. Ну и теперь... Совсем недавно я нашла вас в Ютубе, смотрим, не отрываясь по возможности, даже когда работаем. Католики. Видно, что хорошие люди. Вот книги тут просят, то другое. И о православии смотрит, считает. Слушает Осипова. И вот здесь приход какой. Ну, искренне. Заранее благодарна. Вот. Все письмо прочтено и одобрено моим мужем. Здоровья вам всем, спасибо вам за все, что вы с Божьей помощью делаете. Спаси Христос. Ирма Жарнаковайте. Жарнаковайте. Это литовка, как если так, или как литовской национальности. Ну, что отвечаю на это? Православие нравится, и вам уж это тоже не очень. И как-то. Я просто ответил, молитесь, и Господь укажет. Ну ладно, я скажу, православие самое хорошее, переходите. Вот. Ну и что из этого будет? Во-первых, это неправда будет, что самое хорошее. Мы не знаем, самое хорошее перед Богом, по Слову Божию, а у нас тут столько. Вот надеемся на Бога. Душа просто плачет. Вот. Конечно, как православный, я бы сказал, православие все-таки меньше имеет погрешности, ошибок, чем католичество. И более открыто. Уж католики туда заехали, что вот у нас, у меня к истинному православию, там две статьи большие, человекоубийство и ложь Ватикана, ну вот, папство и там такое, все взято, вторая статья. Где? А где вторая статья? А вот как открыть надо во свете Библии, открыть к истинному православию, вот здесь вот. Вот откройте, если о католичестве желаете узнать. Ну и дальше можем просчитать, вот, что гордость папства. Вот она. И человекоубийство, и ложь Ватикана. Страница 323-340 к истинному православию книга. Вот это можете здесь все узнать, зайти и просчитать. На нашем во свете Библии православный библейский сайт. Вот все открыто. События дня как бы небольшие, но важные. Важно, обихаживаем дом. Ну и далее как Бог благословит. На этом все. Слава Иисусу Христу во веки.